Всем привет, ребят. Только вдумайтесь, понадобилось каких-то... Сколько? Два? Два с половиной дня, чтобы автоприем отключили. Просыпаюсь я, значит, вчера. Да, а вчера у нас это... Я пропустил денек, потому что я чуть-чуть приболел, у меня заболело горлышко чуть-чуть. Был кашель, но он до сих пор остался. В общем, автоприем нам сняли. Хотя с ним было так весело и приятно. Да. Выйдем на свободный слот. Время 20:33. Немножечко покатаемся, чуть-чуть совсем. И потом вернемся домой. Благо, людей уже сейчас стало намного меньше. Так как, сами понимаете, вечер. Ждем заказа, получается. Но вам желаю приятного вечернего настроения уже, получается. И хорошего времяпрепровождения. Вот и первый заказик у нас из пятерочки. И он, кстати, уже готов. Я включил автоприем, потому что с ним как-то повеселее. Телефон в кармане. Остается, конечно, неожиданность о том, что тебе падает, но пусть пока что лучше так. Тем более, все равно тут в районе ЖБИ пиц точно нет. А уж пятерочку и все остальное я и так положу с удовольствием. Так, сейчас заезжаем, забираем заказик и едем отдавать его. Правда, не знаю куда, пока что не посмотрел. Никого. Собака. Пёс. Там у нас так 41 89. Мы везем 7А Соцкого. Это... О, новый дом. Левее каменных. Напоминаю, у нас включен автоприем. И в связи с этим, подъезжая вот к дому, нам падает очередной заказ. Откуда, я не знаю, к сожалению. Но факт, что он упал и он автоматически принялся, это да. Пока что купил этот. Тут у нас... 11 подъезд. Я один раз только был в 12, в 11 еще ни разу. 13 этаж, кстати, квартира классная. Тут ровно. Добрый вечер. Так, первый заказик есть. Заказ вручен. Тут вроде как, наверное, даже интернет есть. Нет, нету. Он начинает появляться, и мы входим в короб, и он тут же исчезает. Отчеты дальнейшие, так дальше. Поездка тогда внизу. Так, мы выбрались на улицу, и нам известно, куда мы едем. Это будет Бургер Кинг. Да еще и мультизаказ, друзья. Что само по себе круто. Оп-оп-оп, выбираемся. Так, сумма. Какая у нас за первый заказ? 103.31. Никого, кроме меня, никого. Тогда можно просто
лиц краю. Так даже получше будет. Как повезло, что оба заказа сейчас готовы были. Так, и куда нас поведут? Ой, Комсомольская 78. Блин, придется объезжать, да? Да. Через лево или через право поедем? Давайте. Как будто бы можно и через лево. Типа даже по ПЧ. Ну да, наверное. Давай по ПЧ поедем. Быстро, без проблем. Через Калиновский проехали, хоп-хоп. И все. Нет, что-то надо там бежать, тут обезжать. Так, нам нужен подъезд номер 3. Номер 3, номер 4. Сколько осталось? 29 минут. Люди покушают. Поворот. Пятьсот. Этаж. Нет, ну. Все, всего доброго. Четыре отдали. И теперь дальше. Комсомольская 78. Только уже четвертый подъезд. Следующий подъезд. Тем временем, друзья, отдаем второй заказ, мультик. И упал уже следующий заказ. Правда, не знаю какой. Сейчас как-то приеду. Добрый вечер. Привет, мам. Всего доброго. Голодным людям. Доставка быстрее. Вручили, подтвердили. Фримен. Можно забирать? Йока ЛМНМ. Блин. Ну какой нафиг фримен? Ну вы че, блин? Все дальше и дальше. И куда нас этот фримен ведет? Неизвестно. Мы в коробку зашли. Ладно, отчет внизу. Так, ну давайте сразу же складывать обе цифры. Это 258-48 и 127-04. Оба заказика. Так, а куда мы едем, так сказать, после фримена? Мы поедем в библиотечную. Обратно получается. Если обратно, это хорошо. Фримен, фримен, фримен. Привет, девчат.
человек, это у нас библиотечная 29. Ой, какой-то следующий заказ. Лёс, номер квартиры? Да? Номер квартиры? 55. Может, сами попробовать, он набирает, а потом в офис уходит. Спасибо большое. Держи. Угу. Всем всё. До свидания. Всё, доброго. БК Сармото 22. Жбый. Жбый, не жбый. Ну, поехали на жбый. Так даже лучше. Так, а что по заказу? Сколько вышло? О, мультик. Кайф. Так. 79.91, нормально. Хорошо все-таки, друзья, по вечерам, потом холоднее, прокатиться по ПЧ. А тем временем мультик уже готов, он до заказа, кстати. Осталось забрать. Заказы отметили, то что получили, и первый у нас будет за сколько? За 1264, значит там сверху. Я думаю, поработаем еще полчасика, чтобы было ровно 2. 21.54 сейчас, 22.30 закончим. То есть эти два заказа и еще какой-нибудь один. Мне нужно будет ехать домой. Так, а пока что едем в дом, который за поликлиникой. Так, нам нужен третий подъезд. И третий этаж даже. Ступеньки тут, конечно, самый сок. 82-я квартирка, 1264. Давайте. Следующий у нас заказ. Комсомольская 51Э. 51. А это что? Опять этот общага? А нет, в этот раз наверх. На Комсомольская направо, значит. После Ермолина и Верного направо. Шубак,
возможно, в этот дом мы еще не доставляли. Честно говоря, я даже и не помню, не могу сказать. Так, тут у нас второй подъезд. Где задний-то? Не работает? Вот и следующий заказ. Так, еще один заказик есть. А получили мы за него. Заказ готов. Можно забирать? Опять быка. Опять мчаться в сторону быка. Обратно получается, да? Да. Сколько? Так. 219.74. О, мультик. И 354 ровно. Два мультика отдали. Нормально. Мне кажется, этот мультик будет завершающий. Давайте отключим на всякий случай автоприем, чтобы в этом чего мало ли не прилетело. И поедем обратно в БК. Да ладно. Неужели все-таки кто-то чистит? А, нет, я ошибся. Он только оттуда почистил. А тут еще хуже, да. Там хотя бы можно вдвоем ехать, а тут вообще жопа. Да, с той стороны попоездней. 874 первый. Ой, нет, это я получил. Наверх. В академическое. Ну что?
нами. За первый мультик почти 400 рублей. А если точнее, то 397 и 19 копеек. Офигеть. Так что сейчас отдаем этот заказ и мчимся домой на всех парах. Вот и гостиница Веста. Добрый вечер, доставка прибыла. Сейчас, секунду выйду. Спасибо. Добро. Имя? Да? Имя. Илья. Спасибо большое. Так. Ну и все. Получается. Заказ вручен, подтвержден. 2 часа практически, без 11 минут. Ну, 36 даже нет. 2 часа и 3 минуты. Так, аккуратненько. 2 часа 3 минуты. Очуметь. Такие суммы, блин, за такое время. Охренеть просто. Так, сколько за последний заказ нам отвесили? Ну-ка, посмотрим. 206.08. О как. Все, едем домой. Сейчас смена закроется и будет конечный итог. А то вдруг там чаевые, ну еще если вам интересно сколько заказов и километраж, конечно же. Не переключайтесь, друзья. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Чаевых у нас не было, к сожалению. Ну или к счастью. А заработали мы за 2 часа 1945.75. Сделали 8 заказов и проехали 20 километров. 20,5. Такие вот результаты. Надеюсь, видео. Увидимся в следующем. Пока.